Если посмотреть со стороны, то может сложиться впечатление, что коллеги Ольгу Бузову любят и всячески поддерживают. Но на самом деле все это совсем не так. В очередной раз Олю обидели и унизили на вечеринке премии «Жара». Туда Оля прибыла в ярком красном платье и старательно позировала фотографом, принимая всевозможные позы. Ну а перед выходом на сцену Оля платье сняла, переодевшись в купальник, попу которого прикрывала бахрома. Как выяснилось, в таком виде прикольно тверкать. Верный оруженосец Бузовой Антон Богославский даже снял это на видео. Вот только яркий наряд не смог разогреть публику и заставить ее танцевать. Именно с таким страдальческим лицом Оля была вынуждена смотреть в зал во время своего выступления. Позже она обратилась к своим поклонникам в сторис, где посетовала на то, что она всегда поддерживает своих коллег во время их выступлений и пританцовывает. Но вот они этого не сделали. Исключение сделала только Алена Жигалова и куча преданных поклонников Бузовой, которые просочились на мероприятие. Так что опять облом.